Юбилей ТГМУ – важная дата для меня. Уже 60 лет университет дает нам те знания, которые являются фундаментом нашей профессии. Но особенность работы врача – в постоянном поиске знаний и повышении квалификации. И не придумали еще лучшего способа утолить жажду знаний, как книги. Издательство «Квинтэссенция» – это то, что я смело могу рекомендовать как студентам, так и практикующим докторам. И я очень рад, что наш совместный вклад с Александром Островским, директором издательского дома «Квинтэссенция», станет частью библиотеки знаний нашего медицинского университета. Это замечательный подарок к замечательной дате. С юбилеем ТГМУ! «Квинтэссенция» – международное стоматологическое издательство, специализирующееся на выпуске высококачественной литературы для обеспечения отечественных специалистов продукцией международного уровня, книги которого теперь доступны каждому студенту стоматологического факультета ТГМУ. Стоит упомянуть, что Сергей Ядранов, будучи ассистентом-стажером, стоял у истоков зарождения стоматологического факультета ТГМУ и сейчас уже доктор медицинских наук, участвует в образовании студентов, занимая должность профессора кафедры гистологии. Спасибо Александру Островскому и Сергею Ядранову за щедрый подарок – коллекция книг по стоматологии. Подарок этот приурочен к 60-летию нашего Тихоокеанского государственного медицинского университета. Будет очень полезен и ценен. Это очень хорошая коллекция для библиотечно-информационного центра медицинского университета.